Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня открылся архи, точнее, открылись локации перед архидемоном. Ну и, конечно же, надо их фармить, как и мне, так и сардельки. Попробуем сейчас что-то придумать без донатным составом. Обычный какой-то состав соберу и потом пойдем на сардельку. На сардельке тоже затащим, пока есть возможность. Надо фармить ордена. Так, окей. Ну, тут я не буду сейчас заморачиваться. Хотя можно, в принципе, над вопросами позаморачиваться. Может, многие новички не знают, как ответить. Так, делаем пожертвования. Надо будет, кстати, на сардели тоже пофармить. Не знаю, заметили вы или нет, но у нас в последнее время намного-намного быстрее начали фармиться. Вот эти вот, вот этот... Аварицифер, вот так вот, и имп намного быстрее начал набирать. Ну а тут всегда на угольный трэш полный. Так, окей, давайте попробуем что-то такое простое создать без всяких там наворотов. Хотя тут у меня, конечно, так не получится, потому что тут герои с 12 скиллами. Ну, хотя бы попробуем. Так, окей. В любом случае нам нужна тыковка. Так, давайте башенки подтянем. Единственный аккаунт, где есть забор. Непривычно. Так, окей. Вот это подтягиваем тоже. Где я второй потерял? Ну, вот здесь он. Так, ну по центру однозначно ставим тыкву, вот такую вот тыковку. Сейчас мы ее пересоберем. Так, Анубиса ставим тоже. Попробуем вообще без водушек, что-то такое более-менее простое. Махатму давайте попробуем. Так, тут, наверное, мы не будем ставить лазурю. Попробуем стрелка. Стрелок. Ворожая тоже, наверное, поставим, потому что тут печально все будет без ворожая. Так, какого ворожая нам бы выбрать? Такого ворожая возьмем. Ну, вроде все набрали. Не, еще одно место есть у нас. Так, сюда мы поставим. Ну, интересно, можно было бы сердцеедку, в принципе, как вариант. Немножко... Наверное, давайте бига поставим для заморозки. Вот такой вот биг у нас будет еще. Вот так, в принципе, все. Вот такой вот состав, то есть он тут не мега имбы, конечно, они прокачаны получше, чем у многих. Так. Поехали, теперь собираем. Однозначно ставим живу. Потому что кто его знает, что тут может быть. Тут нету 20-х прорывов, как там я показываю. Так, печально, конечно, смотреть на эти руны. Так, ставим сюда ангела. Так, Анубис. Где-то у меня вроде был Анубис с этим. С водушкой такой. Ладно, поставим. Поставим вот такого вот, наверное, Анубиса. А сюда поставим. Блин, ну тогда тут надо ставить Афинку, наверное, для набора. С водушкой. Ладно, попробуем без водушек. Попробуем что-то такое простое. Давайте поставим. Даже не знаю, что ставить тут, честно говоря. Я привык все время бегать на максималках. Ну, чтобы интересное было. Давайте. Давайте выживание тыкнем. Мало ли,
Так, тут будет у нас вот так. Дальше. Ворожей. Ну, конечно, тут не вариант. Сборка. Давайте тоже выживание. Давайте, кстати, выживание потестим. Давный вариант плюс выживание. Так, оно без выживания есть. У меня что-то предчувствие, что мы слетим. Так, Махатма. Тут, в принципе, можно исцеление таки оставить. Убьется на отражении, так убьется. Так, 4. Питомца. Тут пусть будет панчбокс. Так, тут склон. Рудольф. Поставим атомный отхил. Так, есть. И стрелок. Вот такой вот будет стрелок. Так, смотрим, перепроверяем. Или всех мы так собрали, по-моему, Анубис. Да, Анубиса надо поменять. Можно будет стартовать. Желательно, конечно, чтобы у вас были тут или Афинка с водушкой. Ну, я так уже чисто тестирую вариант, если уже все печально, и то. Как видите, тут ее СО и скиллы. Посмотрим, без воодушевления. Ну, поехали. Пока стрелок тащит. В принципе, и Махатма будет разряжать, если что. Главное, чтобы она не слилась. Самому даже интересно, можно ли без воодушки бегать обычно. Хотя тут вот самая проблема, наверное, будет это атланты. В принципе, мы должны их без проблем. Бигфут должен морозить, а Махатма разряжать, если что. Смотрите, как долго на черепе держится. Что, у нас уже кто-то слился? А, слились уже вроде, или нет. Это мне кажется, или все-таки уже посливались сливные. Да, посмотрите, кто там у нас остался. Пиковка. Вот все, до ведьмы дошли, и на этом все закончилось. Бигфут и Анубис остались. Они, кстати, с выживаниями. Ну, они тут, понятное дело, что уже ничего не сделают. Но дошли до 22-й волны. Почти 400 миллионов. Видите, печально. Так. Махатма. Да, вариант без воодушки, конечно, печальный. Давайте тогда попробуем сюда поставить Афинку вместо Махатмы. Правда, это не особо хороший вариант, но попробуем. То есть 400 миллионов, как видите, ну реально без донатов. Это при том, что у меня так все прокачано. Без донатов тут печально все. Так, вопрос, или у меня есть водушка на Афине. Если что, поставим эмблемкой. Так. Потом у нас там хат не стояла. Панчбокс. И... Вот тут вариант только разбирать, но герои, конечно, сливаются, бывает, на отражалке. Надо больше жизни. Так, с бастом есть. Давайте с бастом. Плюс воодушевление. Где-то у меня восьмое должен быть. Блин, смотришь на эти пятые психощиты, это жесть просто.
USB-C есть. То есть вариант, чтобы заряжались, в любом случае нужна воодушка на ком-то. Либо Афина должна быть с воодушевлением включаться, либо на героев должно быть воодушевление. Это для того, чтобы больше набивать. Так, Punchbox. Ну и, конечно же, разбросы тоже нужны. Такс. Сдать команду. Можно и сердцеедку попробовать будет в следующий раз. Завтра, может, попробуем сердцеедку сюда. Вариант. Поехали, посмотрим, что у нас поменяется с воодушевлением. Ну, на Сардели, я не знаю. Посмотрим, может поставим новый рекорд. Но, в принципе, герои уже более прокачанные стали. Посильней. Многие ставят Фрейю, но сразу говорю, Фрейя здесь не вариант. В принципе, как и Ворожей, если вы хотите набить топовый результат, Ворожей тут не особо заходит, потому что он замедляет, если он еще у вас будет с водушкой, демоны дольше будут бежать. Но опять же, у вас должны быть хорошо прокачаны питомцы на отхил. Ну, смотрите, вроде... Пока. Это опять же, пока нету этой фигни. Так. Ну и надо видеть и заморозка. Бигфут все-таки тоже свое здесь играет. Так, отлично. 20-е. Вот вам разница в воодушевлении. Афина с воодушевлением. Все. И на этом все закончилось. Но 522, ребят. Не 400, а уже 522. Окей. Поехали. Наш бездонатный аккаунт. Такс. Сарделька. Тут все очень просто. Надо фармить все. Так, тритон. Имба. Круче даже, чем он без заходит. Так, чем выше титул, тем выше ежедневные награды, конечно. 21. Не хотят они Сардели давать нормально очков. Так, снеговик. Выше ежедневные. Ну, видите, все подстроено. Специально одни и те же вопросы задают, чтобы я запутался. Так, дарим то, что у нас есть, надо будет подфармить, еще подарить. 400, в принципе, есть смысл дарить, ну и нету смысла дарить, ЗП однозначно смысла дарить нет. Посмотрим, как оно будет у нас, ну, видите, уже заметно 24% сдали за день, в принципе, 4 дня, за 4 дня сколько у нас уже ячей? 28, маловато, но надо будет максимум поздавать золото и ману. Окей, поехали. Тут у нас все очень печально. Ставим сюда наши таблетки, мега-таблетки. Надо, кстати, будет потом их качать, потому что от таблеток многое зависит прохождение ваших локаций. Ну и забор, конечно же, нужен. Давайте как-то вот так станем. Такс, поехали по героям, или даже вот так сделаем. По краям лучше, конечно же, ставить дальников, потому что без дальника печально все будет. Так, по центру у нас тыковка, чтобы она имела доступ во все стороны. Седна. Так, тут мы прикроем Рину. А тут мы возьмем Асурика или Черепа. Лучше Черепа. Питомцев лучше всего на отхил, конечно же. Так, Чикабум убираем. Рун здесь нет, как видите. Давайте так.
Слон поставим от стана. Сюда пусть будет феник. Сюда поставим 5 уровня. Надо будет, кстати, питомца прокачивать. Так, тут у нас будет ангел. И на черепе у нас... Где турбов? Такой вот состав. В принципе, ничего такого сложного. Поехали, посмотрим, что мы сможем выжить хотя бы. Приблизительно, без расстановки, без всего. Не хочу я пока за борт трогать, влазить в расты. Но, честно говоря, там результата никакого, по сути, на таких прокачках не даст. Ну, как бы даст немножко, но... Вот, смотрите, видите, дошли до Атланта, и на этом все закончилось. 1 миллион, ребят. Нифига себе. Поехали. Будем пробовать перебить наш топовый результат. Лучше всего в таких случаях ставить дальников, чтобы герои могли подойти и ближние не выбегали. Потому что вот такая вот ситуация, когда у вас, как вот у меня сейчас череп... О, 1 142 000. Когда череп будет выбегать, а танк включится, и, соответственно, потом все ваши герои там с автопроками и с прочим могут посливаться очень запросто. Поэтому в таких случаях лучше ставить вокруг всех дальников. Вот так вот, ребят, такая вот угольная армия. Будем дальше уже проходить, буду уже больше вам тактики показывать и все остальное. Пока вам просто так быстренький видосик записал, что... Без доната реально на какой-то топовый результат, так как у меня на других серверах, на английском, в частности, надеяться не стоит. Ну, это и так понятно, игра создана для доната, и чем дальше, тем больше доната в нее нужно. Все, пишите комменты, кого вы хотите увидеть, какие тесты, какие героев. Всем удачи, всем пока.